Так, добрый день, дорогие подписчики, любители тубетов. 19 декабря. Здесь у нас ежик. Вот она бегает, полбарашка. Дочка Орлана и Рады. И где-то на месяц-полтора младше сучонка, дочка Джолбарса и Бикеш. Здесь у нас вот Нахан стоит на цепи. Убегает все время в аул местных там тубетизировать. Пришлось привязать. Кобелей все-таки надо, наверное, привязывать. А то начинает свои донжуанские темы. Барашки у нас. Вот так ходят на хозяйстве тубетики. В будущем будут у нас основные производители. Вот они вот такие. Тима у нас тоже любитель тубетов. Ты глистогонил? Да, глистогонили. Прививки все поставили. Витамины, да? Витамины тоже. Минералы даем же, ну. Вот зимой минералы надо давать, чтобы ноги не кривились. Кальций, белковые пищи. И твои будут ровно расти. Ладно. Пока вроде особо так рассказать нечего. Будут вопросы, задавайте.